хаосе. Нет времени. Его нет ни в динамическом, ни в статическом хаосе. Если допустить, что за пределами ВДНХ существует ничто, то в нем не существует ни пространства, ни времени. И с точки зрения наших рассуждений, это есть ничто иное, как статический хаос. И чтобы в хаосе ВДНХ ничто возник порядок, ему необходимо самоорганизующееся сообщество. Только тогда появится пространство и время. На этом упластимся, господа! Лекция окончена.